там, где скамейки, там, в общем-то, молодежь, и невозможно будет спать. У нас как-то однажды поставили, так невозможно было спать всему дому. Киоск как-то у нас там стоял. Вот, скамейки то же самое будет. Нас устраивает гулять без скамеек. Если нужно нам посидеть, мы посидим во дворах. Там у нас есть скамеечки. Вот. А это самое. А все остальное, вот то, те кусты, которые убрали, мы бы хотели, чтобы все восстановили. Вот. Конечно, возможно, благородные кусты посадите, так как убрали в основном клен. Вот. Как я подходила к ребятам, они сказали, что это мусорное дерево. Вот. Мы будем надеяться, что вы посадите красивые кустарники. А все остальное вроде бы неплохо. Но только никаких скамеек. Принимается. Пожалуйста, еще вопросы. Я, значит, по девятому дому А, как-то старший. В свое время ремонт делали дома, занимались, асфальтировали, очень много проблем было. Но сейчас стал вопрос вот сквера. Приятно, что город занимается этим делом. Но лично мое мнение, вот эта дорожка, сквер по этим двум домам, да, ну, я не знаю, для чего она. Вот лично мое мнение. Вот все люди, в принципе, всегда дорогу, трассу себе сокращают. И вот эта дорожка, она была бы нормальная. Но мы все вот отсюда на остановку ходим, на центр сюда. Вот здесь, то, что вот тропинка есть, проблемы нету. Можете одну сделать, две сделать. Ну, хватило бы одной. Выйти на остановку. И все. Расходы меньше. Конечно, для инвесторов это плохо. Потому что... Хорошо, наоборот. Нет, извините, они теряют деньги. Это прекрасно вы знаете. Вот. Поэтому, лично мое мнение, ну здесь, может быть, в середку, может быть, дорогу сделают. Но факт то, что вот мое мнение, вот эта штуковина, лично для меня, неприемлема и... Ну, если по факту пройтись, вот она действительно существует. Поэтому здесь вот мы же не привыкли ходить прямыми углами. Есть. По факту это действительно есть. Вот посмотрите. Нет, ну пройдите, посмотрите. Все сделано, знаете, вот можно сейчас даже фотосъемку посмотреть. Все это есть. Она точно такая. Именно пожелание, вот как говорится, даже не голосами, а ногами люди свои пожелания, где тропки сделать, это и сделан проект, по большому счету. А в парк можно мини-гольф. Допустим, популярная вещь. Во многих отелях есть, мало места занимает. Тоже довольно дешево. Ну, я знаю, в нашей стране гольф не популярен. Мини-гольф тоже многие не слышали. Но можно попробовать. Кто ездил в Турцию, наверняка играли. Данный проект мы принимаем как бы за основу. Дорожки, освещение. Мы приняли решение, что скамеек не будет. Малыми формами мы... А давайте таким образом пойдем. Если желание возникнет, через год поставить скамейки никакой сложности, я думаю, не представляет. Жизнь покажет. Малыми формами мы переходим в сторону дворов, дворовых территорий. И мы дополнительно с жителями данных домов обсуждаем, Сергей Александрович, вместе с вами, какие растения, деревья, какой газон, цветники мы сажаем на данной территории. Есть какие-то еще дополнительные предложения? Мы как жители хотим, чтобы было у нас красиво все, оккультуренно, и чтобы призываю всех, чтобы все были культурные люди.